Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. Необъяснимое появление круга на поле 31 декабря 2013 года в окрестностях города Салинас, Калифорния, вызвало оживление среди уфологов. Загадочный рисунок обнаружила профессиональный фотограф Джули Беланже, которая накануне Нового года облетала на вертолете Калифорнию в поисках эффектного кадра. 30-го вечером два друга проезжали мимо поля у города Салинас. Они заметили на поле странные вспышки, остановили машину и побежали к месту, где и происходило нечто странное. Добежав, они увидели дорожки из примятых злаков, то есть тот же самый круг Земли. В настоящее время власти поставили охрану вокруг странного объекта и пытаются предпринять все возможное, чтобы выяснить хоть что-нибудь относительно его происхождения. Специально для вас я собрал всю имеющуюся информацию про данное мистическое явление и разберем все имеющиеся на данный момент версии их происхождения. Что же мы знаем про происхождение этих кругов? Круги появляются по всему миру. Есть сообщения, что их видели в России, Японии, Америке, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Болгарии, Франции, Испании, Германии, Южной Африке и Израиле. И этот перечень далеко не полный. Первые упоминания о кругах, появляющихся на хлебных полях, зафиксированы документально очень давно. В Голландии их описывали еще в 1503 году, в Южной Англии в 1618-1680 годах. В Британском музее обнаружили старинный документ, в котором указывалось дьявольское происхождение рисунков. В английских фольклорных записях 1618 года есть упоминание о неких кругах, словно вытоптанных на хлебных полях. Встречается подобное наблюдение чуда и в документах 1680 года. А два круга, обнаруженные в Англии в районе Солсбери в 1914 году, сохраняются и по сей день. А в 1686 году Роберт Плот, профессор химии Оксфордского университета, написал книгу «Естественная история Стаффордшира», в котором попытался найти какой-то высший принцип для объяснения феномена полевых кругов. Некоторые исследователи, жившие во времена Плота, уверяли окружающих и, вероятно, самих себя в том, что круги появляются в результате брачных игр оленей, мочеиспускания скота и самая невероятная причина – из-за шалости неких демонических сил. Впрочем, профессор Плот, предлагая свою теорию, не отвергал напрочь эти мифы, лишь заметив, что причины вполне могут быть и демоны, о которых так много говорят. Хитрый ученый предполагал и что круги – дело рук человеческих, а может и вытоптаны животными. Однако, после многочисленных рассуждений, Плот все-таки написал, что это должно быть следствием многократных круговых разрывов молнии в облаках. Облако испускает пучок энергии, который ударяет в землю и оставляет след круглой формы. Ну тогда, как быть со следами некруглой формы? Профессор нашел и для них объяснение. Он объяснил их происхождение тем, что иногда молния, отрываясь от тучи, приобретает прямоугольную форму. О ведьминых кругах, плевках черта знали и славянские народы. Знали, но сильно не задумывались над происхождением непонятных рисунков. Часть знаний об этих явлениях дошла до нас в виде мифов, легенд, сказаний и даже сказок. Наука, изучающая происхождение кругов на полях цереологии, есть интересный миф о возникновении этого названия. Церера была богиней римлян, олицетворяющей землю и плодородие. Пшеница и ячмень были для нее священны. Она всегда изображалась короной, сделанной из колосков пшеницы. Дочка Цереры, Коре, была богиней хлеба, являвшейся олицетворением самого зерна. Как говорится в легенде, она была похищена с земли Гадесом, Плутоном у римлян, в то время, когда она собирала на поле цветы. На Сицилии, Крите, Аркадии и Аттике даже говорили, что кратеры или впадины на полях были местом вхождения короля подземного царства под землю. В 16 столетии круги на полях ассоциировались со страхом. Раньше говорили, что ступив на такое кольцо, человек попадает в капкан и будет обречен вечно танцевать с духами даже после смерти. Считалось, что это место, куда волшебные ветры сбрасывают своих жертв. Эти версии берут свое начало со времен Аристотеля.
Сегодня же, когда феномен стал широко известен общественности, российские крестьяне и зарубежные фермеры начали вспоминать о том, что круги появлялись и значительно давно, даже в 30-х годах 20 века. А некоторые видят доказательства древности феномена в средневековых гравюрах, изображающие ведьмины кольца. Многие люди рассказывают, как в детстве играли среди подобных кругов в 30-е, 40-е, 50-е и даже в 20-е годы. И никто, как они вспоминают, не считал эти круги чем-то из ряда вон выходящим. Так, Мона Бествик, детство которой прошло в Уэр, в графстве Хартфоршир, Англия, вспоминает: «Эти круги всегда были на полях, и никто не обращал на них внимания. Мы, дети, любили там играть, хотя владельцы посевов нас гоняли». Джон Хьюстон ребенком тоже видел полевые узоры. Это было во время войны в Роуд, Уилтшир. Вот как он передает свои впечатления. Круги имели очень четкие очертания. Колосья внутри кругов были плотно прижаты к земле, как бы приглажены и повернуты в одном направлении, параллельно внешней границе круга. Местные жители их появление воспринимали как нечто неизбежное. И еще, они верили, если появляются круги, значит тяжелые времена не за горами. А тогда времена и в самом деле были тяжелые. Война. Одна женщина из Сассекса вспоминает, как во время войны играла среди полевых узоров. «Я удивляюсь, когда слышу утверждение, что эти круги среди посевов начали появляться лишь недавно. Ясно помню, как 50 лет назад мы и дети играли в поле на таких вот кругах. Было два поля, на которых эти круги появлялись каждые 3-4 года. Круги находились близко один от другого и соединялись тропинками. Тропинки были очень узенькие и шли не прямо, а петляли. Мы тогда думали, что пшеницу вытоптали немецкие парашютисты. Взрослые на эти странные места никакого внимания не обращали. Никто эти круги даже не пытался ни фотографировать, ни сообщать о них в газеты». Первая такая фигура на поле возникла в Великобритании в 1966 году, и потом вплоть до декабря 1973 года фигур не наблюдалось. Лишь позже была замечена подобная фигура в Австралии, за которой последовало еще 7 кругов. Это объяснялось результатом ураганных ветров или следами кенгуру. Позже данные фигуры стали называть гнездами тарелок, возможно, из-за обожженных отметин на земле. В то время, как были обнаружены все эти детали, местными жителями были замечены странные ночные огни и кричащие звуки. Вскоре круги были замечены в Швейцарии. Некоторые местные жители к тому моменту наловчились отличать настоящие круги от тех, что изображали их земляки-шутники. Главный критерий – согнутые, но не сломленные стебли растений. Дело в том, что в так называемых рукотворных кругах стебли пшеницы всегда сломаны или надломлены. Круги иного происхождения имеют в себе растения с измененным наклоном роста стеблей. Растение не сломлено, оно продолжает рост под углом к плоскости земли. Это и составляет основную загадку. Таким образом, местное население отличает проделки шутников от загадочных явлений на полях злаковых культур. Вплоть до конца 70-х годов круги оставались лишь простыми кругами, появляющимися поодиночке. Злаки в них всегда были уложены по часовой стрелке. Затем они начали появляться группами, располагавшимися определенным образом. В 1986 году люди начали встречать внешние кольца вокруг некоторых из них. И впервые полегание стеблей против часовой стрелки. В 1987 году появились круги, окруженные двумя кольцами, круги с четырьмя и более кольцами появились впоследствии. В это же время появился первый не совсем круглый рисунок – ответвление на одной из сторон простого круга, окруженного одним кольцом. Взрыв интереса в связи с многочисленными свидетельствами произошел в начале 90-х. Овальные круги, возникающие на кукурузных полях, имеют диаметр от 3 с лишним до 70 метров и более. В период с 1980 по 1990 год только в нескольких графствах Англии было отмечено более 1000 таких кругов. В некоторых случаях они опоясаны несколькими до 4 внешними кольцами. В 1990-х годах эти круги стали еще одной приманкой для туристов. В это время в Европе появилось свыше 500 новых кругов. Туристы со всего мира съезжались в эти места, чтобы посмотреть на чудо природы. Некоторые фермеры даже ограждали свои поля и продавали билеты на это загадочное шоу.
Однако, зачастую загадочные круги оказывались лишь грубой подделкой. Края кругов были неровными, стебли в местах сгиба поломаны, да и тропинки линий, соединяющих круги, кривоватые. В 1987 году на одном из полей удивленные земляне обнаружили целое послание «Мы не одни». Однако скептики сразу заметили, что если бы его оставили инопланетяне, то они наверняка бы написали «Вы не одни». Что касается самих кругов настоящих, то еще ни разу рисунок на полях не повторялся. Кроме того, узоры всегда различались по размеру, от нескольких десятков и более метров в диаметре. А в 1990 году произошел резкий скачок в трансформации рисунков на полях. Сразу в нескольких местах на планете появились огромные комплексы кругов с ответвлениями, называемыми пиктограммы. С тех пор пиктограммы становятся все более сложными, все более удаляясь от простых геометрических фигур. Колосья пшеницы сменялись в форме улыбающихся лиц, цветов и целых посланий. Очень часто круги на полях рассказывали сюжеты многих мифов древности. Со временем стали появляться и полевые узоры, основанные на законах математики. Исследовав несколько полевых рисунков, астроном и профессор Бостонского университета Геральд Хокинс заметил, что круги, треугольники и другие геометрические фигуры расположены в соответствии с математическими расчетами. Например, в рисунке с внутренним и внешними кругами площадь внешнего круга была ровно в 4 раза больше площади внутреннего. Это свидетельствует о том, что независимо от того, кто сотворил эти круги на полях, он очень хорошо знаком с доселе малоизвестными теоремами Евклида. Обычно круги на полях появлялись без свидетелей в безлюдных местах. Однако с приходом цивилизации таких мест все меньше, а свидетельств подглядывания за процессом образования на поле замысловатых узоров предостаточно. Кубань. Магнит для полевых узоров. Большая часть всех российских кругов на полях появилась и появляется именно в Краснодарском крае. Самые распространенные маршруты – это Ейск, Новокубанск и Лабинск. Круги в местных полях появляются более строгими в геометрии и расположены часто в непосредственной близости от дорог. Возможно, именно поэтому круги в этих местах обнаруживают часто в первое же утро. Интересно, что по наблюдениям ученых и исследователей загадок кругов, ареал кругов проходит чуть севернее и примерно параллельно полосе распространения древних кавказских дольменов. Более того, значительная часть всех обнаруженных в мире кругов, как правило, тоже совпадает с ареалом распространения дольменов. В конце июня 1999 года в Новокубанске был обнаружен круг диаметром 18,5 метров с внутренним кругом на пшеничном поле. 17 июня 2004 года в поселке Знаменском, Россия, рисунки на полях оказались самыми большими из доселе обнаруженных в Российской Федерации. Ну что же, давайте попробуем обобщить существующие версии возникновения кругов. Главная версия на данный момент – НЛО и пришельцы. Это, наверное, самая популярная версия происхождения кругов на полях, связанная с появлением пришельцев с других планет, которая оставляет круги в качестве своей визитной карточки. Приверженцы этой теории считают, что круги на полях остались от прилетающих космических кораблей, которые хотели передать нам какое-то послание. В качестве косвенного подтверждения этой догадки некоторые очевидцы утверждают, что своими глазами видели светящиеся объекты, похожие на НЛО, и слышали какие-то странные звуки, доносившиеся с полей. Более того, иногда внутри кругов находят загадочное желеобразное вещество, характерное для мест посадки НЛО. Иногда странные вариации радиоактивного фона. А также на нашем канале вы сможете найти ряд историй от очевидцев, которые видели НЛО, а также связанные с ними истории про круги. Но перейдем к следующей теории – выжженные светом. В августе 2001 года два человека в Англии заявили о том, что стали свидетелем некого загадочного явления. Поздно ночью они заметили колонны яркого света, опускающегося на злаковое поле. Когда свечение прекратилось в том месте, куда падал свет, они обнаружили новый рисунок. Ветер. Одной из самых обоснованных научных теорий является теория о воздушных вихрях. Крутящиеся потоки ветра притягивают захваченный воздух к земле, сгибая колосья. Каждый круг появляется за счет спирального движения энергии, идущего вслед за летящими объектами.
Это в некоторой степени объясняет, почему многие полевые узоры появляются именно в южной части Англии, где часто образуются воздушные вихри. Однако, остается неразрешенным вопрос о том, как всего за несколько секунд микроторнадо создает такие сложные и симметричные рисунки. Следы от самолетов и вертолетов. Согласно еще одной теории, рисунки на полях появляются в результате воздушных потоков, создаваемых самолетами и вертолетами, которые при посадке и взлете применяют стебли растений. Энергия Земли. Некоторые исследователи этого странного явления полагают, что сама планета Земля создает еще неизвестную миру энергию, в результате которой появляются эти круги. Это может быть чем-то вроде электромагнитной радиации. Ученые обнаружили, что внутри и снаружи фигуры существует сильное магнитное поле. В этих местах стрелка компаса не может определить, где север, а где юг. И многие люди слышат сильный звон в ушах. Возможно, некая энергия исходит прямо из земли. Это может быть естественная энергия, когда грибки повреждают стебли растений, или побочная энергия, появившаяся в результате взрыва множества бомб во время Первой и Второй мировой войны. Порой изнутри кругов доносятся таинственные звуки – гул, жужжание, дребезжание, ультразвуки и так далее. Иногда их удается даже записать на магнитофон, но нередки случаи, когда аппаратура в кругах категорически отказывается работать. Молния. Некоторые исследователи придерживаются гипотезы физического происхождения кругов на полях. Допустим, некий разряд, подобный молнии, вертикально ударяет в землю. Возникает микроволновый эффект, вследствие чего основание стеблей растений размягчается, стебли клонятся к земле, но не ломаются. При этом электромагнитное поле проникает внутрь растений и, если оказывается достаточно сильным, создает в сочленении стеблей взрывные отверстия. То же происходит, если положить в микроволновую печь картошку в мундире, предварительно не проколов кожуру. Картофелина лопнет. Эти взрывные отверстия ясно видны на стеблях растений многих кругов на полях. Разумная пшеница. Круги – это коллективные, осмысленные действия колосьев. Почему мы отказываем растениям в праве на собственное мнение? То, что между деревьями, кустарниками, травой существует постоянный обмен информацией, с этим уже мало кто из биологов спорит. Но как далеко может заходить такой обмен информацией? И не может ли спонтанно или при неком внешнем воздействии вылиться в появление сигналов, информации, уже предназначенные для не растений? Быть может, растительный мир просто просит нас не губить его почем зря. Версия «Разумные муравьи». Круги – это коллективные, осмысленные действия муравьиных цивилизаций. Если это так, то таинственные круги на полях с целью установления контактов с людьми делают очень умные муравьи неизвестного современной науки вида. С оригинальной версией выступил один из ведущих энтомологов Великобритании, профессор Роберт Устол. Проверив образцы почвы в местах появления кругов, Роберт Устол быстро нашел подтверждение своей теории. На Земле якобы четко виднелись следы деятельности муравьев. Сложность оставленных ими узоров говорила о том, что это не простые, а очень умные создания. Энтомологи давно знали, что некоторые виды насекомых, особенно пчелы и муравьи, для общения пользуются языком жестов и движений тела. Однако, раньше не было известно ни одного случая, чтобы они оставляли на земле письменные послания. Целый год Устол с несколькими лингвистами трудились над расшифровкой этих писем. Одно из них уже переведено и якобы гласит: «Привет, не бойтесь нас, мы скоро придем». А вот и версия с обыкновенными муравьями. Как сообщает Washington Post, калифорнийский исследователь Дон Скотт наблюдал появление загадочных кругов на полях ржи в Южной Англии. Среди его аппаратуры был детектор радиации, приборы инфракрасного видения, фотоаппараты и кинокамеры. Дон Скотт исходил из общеизвестного факта, что на лежащих кругами злаковых зафиксировали присутствие радиоактивных изотопов. Поэтому перед тем, как установить свою аппаратуру, он определил с помощью детектора радиации участки ржаного поля, превышающие обычный радиационный фон. Через 2 недели поисков он нашел такую аномалию, и ожидание началось.
Несколько дней спустя, в 1 час 57 минут утра, включилась автоматическая инфракрасная камера. В приборе ночного видения Скотт наблюдал, как колосья ржи начинает сгибаться, образуя круг. Увеличив изображение, исследователь увидел маленьких существ, снующих между колосьями. Это были не пришельцы из далекого космоса, не мистические существа из древних кельтских легенд. Строителями кругов оказались муравьи, один из видов насекомых, обладающих примитивной социальной организацией. Что же заставляет муравьев ходить по кругу? По предположению Скотта, направление движения муравьев определяет магнитное поле Земли. Теория американского ученого заслуживает внимания, поскольку муравьи, равно как и круги на полях, встречаются на всех континентах планеты. Кенгуру, находящиеся в трансе. В 2009 году австралийцы удивили мир своей версией, объявив, что круги на полях вытаптывают кенгуру-наркоманы. Впрочем, парадоксальная, если не анекдотичная версия никак не объясняет того, как кенгуру-наркоманы могут выделывать идеально ровные фигуры на полях. К тому же, появляющихся не только в местах их обитания, но и далеко по всему свету. Создано человеком. Проще всего объяснить появление загадочных кругов проделкой обычного человека, создавшего их ради потехи, хайпа или для того, чтобы еще больше запутать ученых. Многие люди не раз заявляли о том, что это их рисунки, они сделали их своими руками. В сентябре 1991 года жители Великобритании Дэвид Чорли и Дуглас Бауэр признались в создании кругов. По их словам, первый узор они создали в 1978 году, вдохновившись фотографиями дорожек, оставляемых на хлебных полях сельскохозяйственной техникой. Группа создателей кругов на полях, основанная Джоном Ландбергом, продемонстрировала, что возможность изготовления почти любых кругов, в том числе аналогов тех, что уже признаны теориологами аутентичными, возможно. Известен рисунок, изображающий логотип браузера Firefox, сделанный на поле группы студентов из США. Джо Никель, старший научный сотрудник комитета по научному исследованию предположительно паранормальных явлений, утверждает, что у кругов имеются все признаки подделок. Они сосредоточены в Южной Англии. Они становятся все сложнее со временем, но ведь мастерство создателей растет тоже со временем. Создатели скрываются и остаются анонимными. Возражение относительно данной теории возникновения строится на том, что ближайшие исследования части фигур показывают, будто бы некие сложные изменения в структуре растений, которые нельзя воспроизвести в поле, имеются. Кроме того, указывается на сложность и большие размеры части формации, что плохо соотносится с коротким временным промежутком, одна ночь, необходимая для их создания. Чтобы доказать свою причастность, они пригласили съемочную группу канала BBC на поле, где с помощью веревок и гладких досок создали из колосьев новый рисунок. Исследователь Джо Никель считает, что круги на полях — это, несомненно, дело рук человека. Оттачивая свое мастерство, создатели с каждым разом создавали все более сложные фигуры. Но тем не менее, все круги мира не мог создать человек. Цереолог Колин Эндрюс допускает, что 80% всех кругов, возможно, сделаны человеком, но оставшиеся 20%, скорее всего, созданы какой-то высшей силой. Рисунки на полях – супербизнес 21 века. Любители пошутить, нарисовав на местном поле неземные круги, вскоре после разоблачения вдруг стали сверхпопулярными людьми. Подтвердив на практике свой талант подражать инопланетянам, полевые художники продолжали свое ремесло, но уже за большие деньги. Так, группа художников нового искусства Род Диксон, Уилл Рассел и Джон Люндберг получили несколько заказов по всему миру. Среди их клиентов – производители компьютерных чипов, автомобилей и цифровых технологий. Создатели не оглашают стоимость своих произведений, однако известно, что состояние каждого оценивается в несколько сотен тысяч долларов. Как это делается? Версии. Светилы сельхознауки утверждают, что если осенью на полях озимых в пределах круга внести ударную дозу аммиачной селитры, то от такой перекормки азотом растения в пределах круга станут расти быстрее и достигнут такого роста, что тонкие стебли полягут от малейшего дуновения ветра. Можно уложить их веревкой по спирали. Именно такая картина наблюдается в кругах на полях.
что и было продемонстрировано журналистам. Однако непонятно, как при таком методе возможно создание фигур с четкими границами и несколькими разнонаправленными слоями подложки. Миден выдвинул свою теорию, основанную на погонном факторе. Круги делают неведомые атмосферные явления, ну, например, наэлектризованные вихри. Согласно Колину Эндрюсону, который занимался исследованием кругов на полях в течение 17 лет, примерно 20% из них образовались из-за вихревых возмущений в магнитном поле Земли, а остальные созданы руками человека. Он полагает, что какое-то загадочное смещение электромагнитного поля создает электрический ток, который сгибает колосья по кругу. Специалисты-физики, изучавшие появившиеся рисунки курящего зеленого человечка, констатировали, местные шутники и умельцы овладели новым способом рисования на полях. Отсутствие направляющих веревок, барных стульев и досок, с помощью которых обычно выполняются такие рисунки, свидетельствует, что земляне освоили высокие технологии в трудоемком деле оболванивания человечества. Как объясняют физики, метки, обозначающие контуры рисунка, делаются лазером. Затем с помощью направленных микроволн стебли зерновых нагревается и пригибается к земле, а когда остывает, остаются в таком положении. Но это всего-навсего версии. На нашем канале мы раскрываем не только версии, но и секретные материалы. У нас уже есть видео про круги и раскрытие секретных материалов про них. Ссылку вы видите в углу экрана. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе о канале. Вместе мы заставим власти всех стран раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду.